В инжиниринговом центре КФУ для студентов прошел семинар-форум «Молодежь против экстремизма и терроризма». В нем приняли участие около 300 студентов, администрация института и приглашенные гости. Помощник прокурора города Набережные Челны Ильнар Гарипов, методист-психолог Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Вера Никулина. Помощник прокурора города рассказал студентам о борьбе с терроризмом и уголовной ответственности за распространение и пропаганду террористических идеологий. Борьба с терроризмом и экстремизмом на сегодняшний день она носит такой обширный характер, то есть не только работа правоохранительных спецслужб, но в данном случае каждый из нас, каждый гражданин, каждый житель нашей страны также должен понимать, что его роль в данной работе также имеет актуальное значение. О синдроме жертвы и как не попасть под влияние террористических группировок студентам рассказала методист-психолог Вера Никулина. Она призвала студентов быть бдительными и внимательными при общении в социальных сетях, а помощник директора Набережно-Челнинского института КФУ напомнил учащимся об официальном сайте института. В нем есть раздел, в котором студенты могут узнать об угрозах и пагубных последствиях для человека и общества, которые несут терроризм и экстремизм, а также ознакомиться с законодательной базой по данной теме. Я думаю, это очень важно для нас, потому что мы сейчас современная молодежь, наше будущее поколение, оно как бы более современное, и мы должны более вникать в эту тему и более как бы обширно думать о ней. Елизавета Евтефеева, Анна Гаврилова, Катерина Ботенкова, Ренат Галяутдинов, Универньюз.